Москва, 19 июня, РИА Новости. Визит принцессы Японии Хисако Такамада в Россию нужно приветствовать. Его можно расценивать как готовность Токио к диалогу с Москвой, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. Принцесса Японии Хисако Такамада прилетела в Саранск с целью поддержать сборную своей страны в ее стартовом матче на чемпионате мира по футболу с командой Колумбии. Это первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за 100 лет. Мы должны приветствовать то, что попытки некоторых политиков навязать руководителям многих стран отказ от поездок в Россию не получаются, срываются. Потому что все видит, какой у нас замечательный праздник происходит, сказочек РИА Новости. Политик подчеркнул, что Россия открытая страна для всех и остается только приветствовать приезд принцессы Японии. Этот приезд можно расценивать как готовность Японии к диалогу, добавил депутат.